Депутаты законодательного собрания Ульяновской области приняли бюджет областной казны на 2023 год. Бюджет формировался в сложных условиях. Его доходы составили почти 81, а расходы 88 миллиардов рублей. При этом почти 21 миллиард рублей составит поддержка из федеральной казны. При формировании проекта бюджета было сделано несколько основных акцентов. Будут выполнены все обязательства по выплатам заработных плат работникам бюджетной сферы в расчете на 11,5 месяцев с учетом индексации и ростом РОД. Структура расходов областного бюджета на 2023 год является социально ориентированной. Первый приоритет областной казны – развитие социальной сферы в целом и обеспечение социальных гарантий. Второй приоритет – бюджет полностью закрывает финансирование реализации национальных проектов в регионе. Третий приоритет – развитие транспортно-дорожной, инженерной и технологической инфраструктуры. Вновь хочу подчеркнуть принципиальную социальную направленность бюджета, несмотря на то, что проект бюджета является дефицитным. В нынешнем виде он призван решать две основные задачи – обеспечить социальную стабильность в обществе через гарантированное выполнение всех социальных обязательств перед жителями области и создать условия для экономического развития путем привлечения инвестиций и импортозамещения. Представители Комитета законодательного собрания по жилищной политике и коммунальному хозяйству приняли активное участие в обсуждении бюджета. Депутатам удалось добиться дополнительного финансирования сферы ЖКХ в размере 500 миллионов рублей. Вот с этими добавлениями уже бюджет тогда у нас будет подходить под 2 миллиарда в год. Я надеюсь, что эта тенденция продолжится. И перекрываются, в общем-то, самые больные темы. Это корпорация жилищного развития, облводоканал, фонд модернизации. Проект областной казны был проработан и одобрен Комитетом по бюджету и экономической политике. Доходные и расходные части бюджета стали больше почти на 10 миллиардов рублей по сравнению с предыдущим годом. Но это не говорит о том, что денег хватает на все. Хотя и все отрасли с плюсом, но все же есть те расходы, которые были непредвидены. Поэтому на заседании комитета я еще раз поднял вопрос в присутствии министра имущества о том, что нужно сделать инвентаризацию и все-таки выставить на продажу то, что в чем область не нуждается. Большую скрупулезную работу, связанную с распределением финансовых средств бюджета, провели в Комитете по аграрной и продовольственной политике. Большое внимание здесь уделили гарантированной продовольственной безопасности, выполнению национальных проектов и комплексному развитию сельских территорий. Этот блок проработан детально. Общий объем финансирования в рамках программы, целостной программы или комплекса, составляет более 5 миллиардов рублей. Отраслевое финансирование 4 миллиарда 160 миллионов. Это деньги достаточно серьезные, солидные, но, как всегда, отраслям или направлениям финансирования этих денег не хватает. Поэтому остается только одно. В ходе исполнения бюджета достаточно скрупулезно прорабатывать вопросы, связанные с точным финансированием, направлением финансирования, гарантированно выполнить обязательства перед населением. После длительных обсуждений областной бюджет 2023 года был принят большинством голосов под аплодисменты депутатов и представителей исполнительной власти. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Ул.Правда ТВ.